Дорогие друзья, я рада приветствовать вас вновь в эти праздничные, солнечные, весенние дни. Я рада поделиться с вами такими жизненными домашними моментами, которые окружают каждую из нас. В нашей семье появился новый питомец. Рыжая кошечка. Теперь у нас их трое. Этому маленькому рыжему комочку мы хотим доверить ответственное задание. Хотим, чтобы она контролировала мышей, их поведение на нашем участке, потому что именно в эту весну они нас просто одолели. Эта кошечка обычная, не породистая, и мы надеемся, что она хорошо справится с таким заданием. Ну а наши две веслоухие кошечки, я их называю декоративные, будут оставаться дома. Теперь можно приступить к подготовке к празднику. Я буду готовить окрошку. Наверное, это будет первая окрошка в этом сезоне. Это блюдо ассоциируется с приходом весны. Свежая зелень, лук, редиска. Что может быть вкуснее? Обычно за такими делами я включаю какой-нибудь интересный ролик и получаю нужную мне информацию и совмещаю с полезным делом. На этот раз я заинтересовалась видео о английских садах, об их обустройстве, об их главных принципах и немножечко начала понимать всю эту систему и очень хочу перенести эти основные принципы в свой молодой сад. Мои растения еще очень малы, как вы знаете, и только сейчас происходит именно закладка новых клумб с многолетниками, с цветами, кустами и деревьями.
тем временем весеннее блюдо готово, и мы приступаем к выпеканию куличей. Мне помогает младшая дочка. Тесто мы с ней подготовили немного заранее. Теперь осталось смешать ингредиенты. Мы готовили творожную пасху. Рецепт я взяла из книги «Вдохновение» от Дарьи Дарси. Вкусная пасха получается, и этого количества у меня хватило на 4 формы, вот таких бумажных. Высота их около 9 сантиметров, и в диаметре они тоже около 9-10 сантиметров. Мы заполняли тестом формы примерно на 2/3, и тесто отлично поднялось. Пока куличи находились в духовке, я подготовила песочное тесто, и у меня есть вот такая форма для выпечки пряников. Она полностью деревянная, в форме зайца. Делаю я первый раз, смазываю обильно мукой форму, чтобы тесто хорошо отставало, и начинается процесс лепки. Я бы сказала это так.
И у меня получились вот такие зайчики. А теперь настало время собирать праздничный стол. Для такого события у меня есть очень красивая скатерть с вышитыми вручную розами, мережкой. И эта скатерть послужила вдохновением для выпечки и украшения куличей. Основными цветами я выбрала розовый и зеленый. Пряничные зайчики немного меня расстроили, потому что при запекании потеряли форму и сильно расплылись. Ну а сервировка стола и подготовка вся доставили мне огромное удовольствие, и мне кажется, в этом принимала участие вся семья. Муж подарил цветы нужного оттенка, дети помогли с выпечкой, ну и мы вместе украсили и накрыли на стол. Я благодарю вас за просмотр, поздравляю со светлым праздником Пасхи. Пусть в ваших семьях всегда все будет хорошо. Всегда настраиваемся на положительный лад, и в этом нам поможет творчество. Я благодарю всех за просмотр. С вами была Алетта.